И давайте мы разделим наш с вами комплекс на две части. Первую часть можно сделать утром после того, как вы проснулись, или в течение дня. Вторую часть вечером после того, как вы пришли, после тяжелого рабочего дня, и нужно ваши ноги расслабить. Проснулись утром, подошли к какой-нибудь опоре, например, можно взять стул, подойти к столу или даже просто к стене или подоконнику. И начинаем мы делать перекаты на носочек, на пяточку. Эти упражнения будут полезны и для профилактики плоскостопия, которое с возрастом появляется у многих. Это будет полезно и для коленных суставов, и для тазобедренных, и даже для профилактики варикоза. Плавные перекаты. И давайте 10 раз поднимемся на носочки. Поехали. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. А теперь 10 раз носочки на себя. 1, 2. Стараемся все упражнения делать на выдохе. 3, 4, 5. 6, 7, 8, 9, 10. Отлично. Теперь мы пальчиками вот так вот хорошенько поработаем. Поработаем. Если у вас есть дома полотенчика, которое не жалко, можете его кинуть под ноги и сминать в кучку, хорошенько работая пальчиками. У вас на ногах пальчики обязательно должны работать, как кисть. Тренируем, так и пальчики на ногах надо тренировать. Кто-то любит сжать эспандеры, на ногах такие же мышцы. Хорошо. Можно сделать следующее. Если вам больше нравится, можете, допустим, кинули ключи на пол, подобрали их пальчиками. Кинули снова, подобрали. Тренируем. Поехали дальше. Походим ребром. Идем ребром. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Внутренней стороной. Один, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Отлично. Переходим плавно к коленным суставам. Ноги пошире. И работаем таз назад. Такой полуприсед. Колено вперед не убегает. Спина прямая. Вдох, на выдох наверх. Один. Выдох. Два. Выдох. Три. Четыре. И пять. Фух. Отлично. Если у вас хорошо получается, вы можете делать ниже. Можете делать несколько подходов. Например, два подхода по пять раз. Если тяжело, три подхода, допустим, по два раза даже можете делать. Если у вас хорошо получается и вы окрепли, увеличивайте, например, три подхода по 10 раз. И помните, все упражнения до дискомфорта, не через боль, в той амплитуде, которая у вас получается. Поприседали мы с вами. Кто-то поставил на паузу, сделал еще пару подходов. А мы продолжаем. Сделали ноги пошире и легкий перекат на одну, на другую ногу. Раз, таз назад. Два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Если вам быстро, вы всегда можете поставить на паузу или уменьшить скорость видео. Продолжаем работать теперь для тазобедренного сустава. Я повернусь к вам боком и будем делать упражнение под названием буква Т. Наша стопа встает перед носком другой стопы, поворачиваем, буква Т, пяточка. Рисуем букву Т. Пяточка к стопе, к носочку, пяточка к носочку. И теперь мы добавим движение вверх в той амплитуде, которая получается. Раз, меняем, два, три, четыре, пять, хорошо проворачивая тазобедренный сустав, шесть, семь, восемь, девять, десять. Давайте поменяем с другой стороны. Также пяточка и работаем. Носочек. И сделаем, давайте, на счет. Один. Два. Три.
4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Отлично, немножко потопчите, сделайте передышку, можете попить водички. И теперь мы переходим к растяжкам. Обязательно растягивайте мышцы. Повернулись лицом, правая нога назад, пятка в пол. Не отрывая правой пятки от пола, колено левое вперед. И икру тянем с правой стороны. И поддержим так 10 секунд. 1, 2, 3, выдох, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Хорошенько растягиваем икры. Меняем с другой стороны. Пятку в пол и тянем. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Отлично. Теперь можно закинуть ногу на стул. Можно просто в сторону отставить. А сначала одну ногу, носочек на себя. И растягиваем заднюю поверхность ноги. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. С одной стороны и с другой стороны. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Конечно, если у вас есть второй стул, вы можете за него придерживаться. Или если хорошо держите равновесие, закиньте и растягивайте хорошенько ноги. Если вам неудобно или тяжело, можете даже это сидя сделать, но тяните. Дальше. Мы растянем переднюю поверхность бедра. Как это можно сделать? Можно схватить ногу, пожалуйста. Растягивать, если это получается. Если не получается, вы можете также взять два стула, за один придерживаться, закинуть ногу и вот так растягиваем. Хорошенько тянем переднюю поверхность бедра. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Сделали с одной стороны, сделайте и с другой стороны. Можно это сделать рядом с опорой, еще раз повторюсь. Можно это сделать даже лежа или сидя на полу. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Справились. Многие скажут, надо растяжки делать дольше. Позволяет время, тянитесь и 30 секунд, даже 2 минуты, пожалуйста. Очень важная мышца, которую нужно обязательно растягивать, это подвздошно-поясничная мышца. Она сильно влияет на нашу с вами осанку, на походку, а значит и на равновесие и координацию. Поэтому мы повернемся боком к опоре. Та нога, которая ближе у нас к опоре, к стене или к стулу, мы ее отставим назад. Другую ногу поставим вперед и тянем пах вниз. Почувствуйте растяжение вот здесь, в передней поверхности бедра и в верхней ее части. И на выдохе. Раз, два, три, четыре, пять. И поддержим. Один, два, три, четыре, пять. С одной стороны и с другой стороны то же самое. Вот повернусь вот этой стороной, специально для вас. Неважно, вы главное почувствуйте, как это тянется. Вот здесь мышцу нам надо растянуть. Одна нога вперед, другая нога назад. И тянемся. Хорошенько растягиваемся. Давайте на выдохе. Один, два, три, четыре, пять. И держим. Один, два, три, четыре, пять. Давайте еще подольше даже можете. 6, 7, 8, 9, 10. Тянем. С одной и с другой стороны мы с вами справились. Мышцы потянули. Немножко с утра прям еще потопчемся. Сделаем большущий вдох. Выдох. Обе руки вперед потянули. Себе похлопали. Вы молодец. А мы теперь перемещаемся на вторую часть занятия. После тяжелого рабочего дня придите, опуститесь на пол или можете лечь на кровать рядом со стеной. Поставили ноги на стену. Угол вот здесь в тазу 90 градусов, колено 90 градусов. И по очереди выпрямляем ногу, носок тянем на себя. Выдох. Один. Меняем. Два. Три. Четыре. Пять.
6, 7, 8, 9, 10. Теперь обе ноги выпрямили и работаем носочек от себя раз, на себя два. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Под голову желательно, конечно, положить подушечку. И особенно, если у вас есть гипертоническая болезнь. Теперь стопы вернули на место. И пробежимся немножко, потопчем. Если у вас есть варикоз и есть тромбы в ногах, сильно не долбите. Легонечко топайте, чтобы улучшить кровоток. Бежим, бежим. Хорошенько бежим. И чтобы было повеселее, разбежались в стороны, еще заодно тазобедренные суставы поработают. И возвращаем. 1, 2, 3, 4 и 5. Теперь пробежимся вверх-вниз. Вверх. 1, 2, 3, 4, 5. По диагонали, раз в сторону, в одну, в другую. Хорошенько, чтобы у нас и лимфа вся убежала из ног, вся вода ушла, и чтобы сосуды на ногах поработали. Хорошенько побегали. И ноги выпрямим, и расслабим. Пусть отток идет от ног у нас с вами. Немножко полежите, расслабьтесь. Сделайте большущий вдох. И выдох. Фух. Пусть усталость с ног уходит. И теперь сделаем еще бонусом одно упражнение. Конечно, оно может получиться не у всех. Но давайте попробуем. У многих ноги болят, отекают, немеют из-за защемленного седалищного нерва. Поэтому мы возьмем с вами сначала одну ногу и закинем вот сюда. Вот такое сделаем движение. В той амплитуде, которая у вас, конечно, получается. Можете подвыпрямить, если плохо получается. И теперь мы делаем следующее. Здесь нога у нас осталась. Мы ее немножко подталкиваем. Чуть-чуть придаем мобильности в тазобедренном суставе. Чуть-чуть. Хорошо. Поделали. А теперь правая рука между ног, левая снаружи. И та нога, которая у нас на стене, тянем ее к груди. Вот здесь, вот с правой стороны, в ягодице, где ставят укол, вы почувствуете растяжение. И на выдохе тянем. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. У кого-то плохо идет, вы можете просто ту ногу, которая на стене, вот так вот на носочек ставить, уже будет растягиваться. Меняем с другой стороны. Забрасываем ногу. И подталкиваем. Не у всех получается. В той амплитуде, которая получается, мы поделаем. Сейчас сделаем еще вариант попроще. Подталкиваем хорошенько. И берем левая рука внутрь, правая снаружи. И к себе. И тянем. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Вариант попроще. Ноги оставили, взяли одну ногу, схватили и к себе аккуратно потянули. Тоже будет тянуться. Обязательно растягивайте эту мышцу. И пока вы лежите, вы можете даже взять шипастый колючий мячик или теннисный мячик и аккуратно ягодицу покатать с одной и с другой стороны. Ноги выпрямите. Лежим, расслабляемся. Обе руки потянем в потолок. Ладошки повернем друг напротив друга и себе похлопаем. Хороший у вас день был, и закончили вы его отлично.